Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что же случилось с игрой Hill Climb Racing 2. Игра, вышедшая в 2016 году, и как она себя чувствует в 2024. Да, в принципе, чувствует она себя хорошо. Онлайн у игры большой. С 2016 года поменялось очень много чего. Это графика, добавлено очень много машин, очень много тюнинга на машины. К сожалению, у игры есть реклама, которой очень мало, очень редко она здесь вылазит, но она все же здесь есть. И очень радует, что разработчики не напихали свою игру рекламой. Также здесь есть донат, который очень сильно решает, ну как и в принципе в любой другой онлайн игре, потому что ты можешь купить себе кристаллы, монетки, сундуки, с которых может выпасть очень много тюнинга, и ты улучшишь свою машину и будешь быстрее других. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!